Да, было такое время, когда нам пришлось, я была начальником центрального района ЗАГС, тогда в то время, и у нас началась реорганизация, начали присоединять к юстиции. Дворцы оставались в городе, и поэтому нам пришлось их, так как мы оставались здесь работать, не перешли в юстицию, значит, нам пришлось заполнять их работы, ну как бы, и своей, и в то же время добавлять что-то еще сюда. Мы стали сначала проводить обряды, и начали, Лидия Аркадьевна стала у нас заведующей дворцом тогда в то время, и мы стали ходить и в институт, пединститут, и сотрудничали мы с тех или колледжем уже тогда строительным, и еще с ребятами, которые, возраст которых приближался к тому, что им надо или жениться, или выходить замуж. Мы просто устраивали для них здесь торжества. Вот эти верх у нас всегда был заполнен ребятами, которые готовились вступать в брак. Мы их учили, рассказывали, изучали семейный кодекс, там некоторые статьи, подучивали. И